Вы смотрите программу «Только для взрослых». Вы смотрите программу «Только для взрослых». Что делать родителям, если их ребенку? Ну что делать родителям? Ну что делать родителям, если их ребенок просит написать за него сочинение? Что же делать, как не быть? Как проблему разрешить? Вы же умные ребята, посоветуйте хотя бы. Ему надо дать книжку почитать про всякие инопланетные существа, чтобы он узнал, и у него идея появилась. Чтобы у него в голове нарисовалась хоть какая-нибудь картиночка маленькая хотя бы, что можно было бы написать. Ну, можно развивать ему фантазию. Есть такие способы. Например, предложить ему придумать себе какого-нибудь воображаемого друга, например. Или, ну, в интернете почитать способы. Или вот закрыть ему глаза и сказать, чтобы он что-нибудь себе представил. Например, его мечту, какое-нибудь путешествие. Вы смотрите программу «Только для взрослых». Штука, давай побыстрее, уже не умирай. Раз, два, три, четыре, пять. Запускаемся. Продолжаем разговор. Ему тогда нужно заставить читать много, чтобы от книжек... Можно научиться сочинять. Там много разных таких необычных случаев. То, что вот это не так, это должно быть так, вот это не так, оно должно быть так. Вы тем самым его углубляете, то есть вы его сажаете в землю. Вы смотрели программу «Только для взрослых». Не обижайтесь на нас, если что сказали не так. Ведь что у взрослого на уме, то у дитя на языке.